Всем привет, ребята! Добро пожаловать в наш уютный мексиканский влог. Сегодня у нас последний день на острове Косумель, поэтому мы решили пройти, по-моему, все экскурсии, которые только можно. Записались на 3 из них. Муж пойдет сначала на дайвинг с утра, потом я пойду на снуба-снорклинг, это глубоководный снорклинг, и затем я пойду на ночной снорклинг с кальмарами. Мне, конечно, безумно страшно, но супер интересно. Привет! Я снова отправляюсь на дайвинг. Появилось свободное время до полдня с утра последнего дня на Косумеле, и я такой... Решил запрыгнуть в уходящий поезд в моем обычном дайв-центре. Уже не было мест. Сегодня какая-то частная вечеринка у них. Все занято. Поэтому мне пришлось в ускоренном порядке искать на сайте ПАДИ какой-то дайв-центр. Желательно тоже в Марине, потому что здесь удобная парковка. И я нашел Scuba XLC. Списался с ними по имейлу. Они мне ответили, что да, конечно, у них есть места. Я оплатил 50% стоимости. Заказал, да, аренду оборудования. И вот я уже отправляюсь. Вся... экскурсия, да, все два дайва утром будут стоить 2500 песо вместе с оборудованием, так дайв стоит 2000 еще, аренда 500 песо. Не знаю, куда мы поедем, походу я тут один еще, я не вижу пока других дайверов, что забавно, но посмотрим. Надеюсь, все пройдет отлично, буду снимать под водой. У нас поменьше сегодня, однопалубная, без туалета, здесь вот мест не так много. Только чтобы два людей сидели. Кажется, я все еще буду один. Интересно, что такой дайв-центр, который есть на сайте ПАДИ, не загружен людьми. Надеюсь, все пройдет отлично. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Just as surprising.
переходит в режим safety stop, то есть отсчитывает 3 минуты, сколько вам надо находиться на этой глубине, чтобы понизить уровень азота, это круто. Мне прям нравится, стоит задуматься о покупке собственного дайв-компьютера. Очень полезная штука. Я пытался в этот раз тренировать дыхание, чтобы не так быстро сжигать кислород. Не знаю, получилось или нет, но кажется, под конец я стал медленнее его сжигать. Прямо между двумя дайвами мне дали вот такой прикольный снэк. Я даже не знаю, это какие-то хлопья. Мы сейчас едем на дайв-сайт Пальмас. Это будет wall-дайв, то есть мы увидим опять коралловую стену. Это очень круто. Я ее первый раз увидел 2 дня назад. Да, это огромное падение кораллов, когда они растут стеной вертикально. То есть ты такой плывешь на какой-то глубине по кораллам, и вдруг они заканчиваются, резкий обрыв на метров, так, не знаю, 40-50. Круто, что я еще раз это увижу, я не надеялся даже. Я не жалею, что решил прыгнуть в выходящий вагон и последний день своего отпуска забронировать себе утренний дайв. Это круто. Со второго дайва на ту же марину. Второй дайв был wall дайв, то есть это была стена коралловая. Это была не та же стена, что была 2 дня назад, где мы плыли по такому плоскому кораллу сначала, да, на одной глубине, и вдруг неожиданно мы вышли на стену, то есть обрыв был резкий. Здесь же все постепенно так, под определенным углом, не таким уж резким. Течение было сильным, даже было страшно, что иногда унесет на глубину. Потому что такое было ощущение, что течение как раз вниз идет и тащит тебя. Да, было страшноватенько. Но это из-за этого, из-за того, что я боролся с течением, меня постоянно уносило вниз. Я пытался грести выше. Я потратил много кислорода быстро. Поэтому мы не успели доплыть до места, где должны быть акулы-няньки. Мы уже только при всплытии это место проплывали наверху. И то там не было особо ничего уже. Никаких акул мы там не видели. Ну, я нашел пластиковую бутылку старую, то есть помог океану очиститься. Мой дайвмастер нашел часы, знаете, такие электронные из 90-х. Я не помню, как назывались, но такие прям вообще, может, из 80-х даже. Первые такие электронные часы. Ну, в общем, почистили океан, сделали полезные дела. Дайвы были прикольные, сейчас 12 часов дня, то есть мы справились всего за 3 часа. Мне понравилось. Желаю всем тоже так отлично отдыхать, а может, даже еще лучше. Не то обратно, льет дождь, поможет смыть соль. Думаю, все к лучшему. Надеюсь, что этот дождик с большим ветром пройдет за пару часов. И моя жена сможет успешно пойти на снуба-дайвинг и на снорклинг вечером. Потому что сегодня последний день, и у нас уже нет времени переносить куда-то экскурсии. Я очень надеюсь, да, что у нее все сложится. Следующая экскурсия, на которую я отправляюсь, длится 2 часа и называется она снуба-дайвинг. Вообще, это такое глубоководное погружение, но на самом деле оно
совершенно безопасная, потому что нет никаких баллонов, которые вы должны отслеживать, все отслеживают за вас. Также с вами погружается инструктор, глубина погружения не очень большая, и из-за этого, если что-то вдруг будет даже случаться, то вы достаточно быстро сможете всплыть, поэтому очень неплохая экскурсия для того, чтобы рассмотреть рифы, посмотреть подводный мир. Ну и затем у меня включен дополнительно Beach Club в эту стоимость, это Beach Club Tortugas, пляжный клуб, дополнительно еще включены каяки, можно пользоваться их мини-аквапарком надувным, и также можно воспользоваться сабсерфингом. Интересный дикий пляж. Ну, наверное, заходить только здесь не очень удобно, но очень красиво. Здесь камни. Ну, выглядит классно. Место, в которое мы едем, называется пляжный клуб Tortugas. Также в этом пляжном клубе, конечно, можно взять и какой-то шведский стол, например, all inclusive, но у меня это все в экскурсии уже не включено. Здесь в бич-клабе небольшой магазинчик. Вот тот самый водный парк, которым можно будет воспользоваться, совсем небольшой. Пляж при этом пляжном клубе. Ребята, сейчас выяснилось, что группа не набралась, и я буду здесь только плавать одна на снубодайвинге. У меня будет персональный инструктор, у меня будет 55 минут погружения и целых 9 метров, которые мы достигнем на кораллового рифа вниз. Это что-то невероятное, мне очень повезло. Если брать скубодайвинг только на себя одного, это будет стоить где-то от 10 до 15 тысяч песо. А я взяла эту экскурсию за 1200, гуляем. Вот так выглядят активности, которыми можно пользоваться. Здесь есть бесплатного вот этот вот надувной аквапарк. Также можно взять доску, покататься на ней. Ну все, мы только что сплавали, были только вдвоем с инструктором. Здесь буквально вот вокруг вот этого места везде поплавали. Ну, было интересно, учитывая, что я уже очень-очень давно не занималась дайвингом, то это была такая небольшая отдушина. Конечно, понятно, что здесь особо никаких крутых рифов нет, потому что, ну, это обычный пляжный клуб. Есть смысл сдавать на сертификат, это 100% факт. К сожалению, пока мне по здоровью еще нельзя. Это через полгодика, я думаю, что я обязательно сдам на сертификат и буду уже дайвить как настоящий дайвер. В общем, ребят, хочу подвести итоги этой экскурсии. Было, в принципе, прикольно. Мы погружались. Конечно, кораллов здесь особо не было. Так, посмотрели немного рыбок, даже видела мурену. Но в целом там мало чего есть. Но для снубодайвинга, в принципе, я большего не ожидала. В итоге побыла на вот этом вот сооружении. Это типа местный надувной аквапарк. Руки, конечно, здоровски тренируют. В общем, я больше двух кругов по этой штуке не выдержала, потому что каждый раз подниматься, спускаться, ну, тяжеловато. Но зато отлично можно нырять с этой штукенции, и будет вообще столько забавных эмоций. В общем, классно. Сейчас направляюсь домой и увидимся с вами на ночном снорклинге. Сейчас в перерыве между экскурсиями отдыхаем еще с ребенком дополнительно.
конечно, небольшой дождичек идет. Но когда ты в бассейне, по-моему, разницы никакой нет. Просто мокро. И там, и тут. Уже вечер, я наконец-таки отправляюсь на ночную экскурсию. Меня сейчас гид довез до места назначения как раз. В общем, я, если честно, немножко боюсь, потому что все-таки ночные экскурсии именно под водой я никогда не была. Но надеюсь увидеть все самое интересное, все постараюсь поснимать. Вроде как обещали, что мы увидим кальмара, как он в ночи движется, и, может быть, еще что-то увидим. В общем, пожелайте удачи. Надеюсь, что живности интересной будет очень много. У нас старт получается в 19:30, начинается экскурсия. Экскурсия длится всего 2 часа. Вот. Но стартуем мы с берега, то есть мы недалеко от причала, получается, получим ласты, получим спасательные жилеты, маски, фонарики и уже начнем. Наша группа собралась. Всем привет. Вот. Но, к сожалению, наши экскурсии отменили. В следующий раз обязательно попробую все поснимать. Сегодня очень сильное подводное течение, и ну, рыбу мы особо не увидим. В общем, можно, конечно, на свой страх и риск как-то попытаться что-то сделать, но в целом все отказались, потому что ну, очень маленькие шансы. Гид обладает честностью, поэтому он нам сказал, что да, действительно, не очень получится, поэтому вот так. И на этом мое пребывание на Косымеле заканчивается. Спасибо большое, что посмотрели этот влог. Я желаю вам всего самого лучшего, отличных путешествий, чтобы погодные условия вам не портили отдых. Всем до скорых встреч, всем пока-пока.